До конца года Новгородская область получит 19 новых единиц транспорта. Это школьные автобусы и машины скорой помощи. Всего регионам страны выделено из резервного фонда правительства России 5 миллиардов рублей для дополнительной поставки новых автомобилей. Согласно распоряжению, подписанному Дмитрием Медведевым, Новгородская область получит 14 школьных автобусов и 5 машин скорой помощи. Поставщиками станут компании «Автомобильный завод ГАЗ», «УАЗ», «Форд Солер», «Спас», «КАВС» и «Волгобас». Напомним, что в сентябре в Новгородскую область уже были направлены 8 школьных автобусов и 5 машин скорой помощи.